Нажмите для подписки. Подпишитесь на канал Тайо и первыми получайте оповещения о новых сериях. Состязание волшебников, часть вторая. Внимание сюда! Сэр! Мы наконец-то выяснили, где злые ведьмы и маги. Я хочу, чтобы вы их арестовали. Вперед! Да, сэр! Иди в школу магии и приведи Карли сюда. Есть! Капитан! Что это такое? Огненный дракон. Волшебное существо из древних легенд. Последнее испытание. Раздобыть волшебный кулон. Команда, которая снимет его с дракона, победит! Готовы? Тогда мы начинаем! О, вы сможете, давайте! Мастер Карли! У вас все получится! Есть новости. Мы нашли злых магов и ведьм. Вы нашли их? Если вы не против, капитан послал меня за вами. Ничего, если вы поедете сами. Да. Ты старший, Бат. Следи за школой, пока меня нет. Поехали. Мэм! Луна! Эйрос! Вперед! Посмотрим, что у вас выйдет! Вон кулон! Невозможно приблизиться. Теперь наша очередь. Сначала Турнавайк. Ноги индейки. Просто.
поступаешь нечестно! Мы здесь! Давай, поиграем! Ну, отлично! Да что с ним такое? Это его изъян. Две головы не всегда лучше одной. Осторожно! Осторожно что? Где Грей? Я его не вижу. Он будет через минуту. Тизеро! Что ты делаешь? Нормали ретурна! Ты обманул меня. Ты наконец-то догадалась. Скажи мне, где Грей? Он в школе магии. Крадет твой лунный камень. Лунный камень? О, нет! Карабам, карадим, анвериум! Теперь лунный камень принадлежит лорду. А как же магический кулон? Это наш шанс! Мы должны забрать его!
Да, точно. Наши победители – Броди и Мелоди. Мы были близко. Я так хотел выиграть. Для меня так и есть. О? Ты только учишься, но уже такой молодец. Ты должен гордиться собой, Тайо. Спасибо, Луна. Простите, но я не заслуживаю волшебный кулон. Что такое? Что? Не заслуживаешь? Почему же? Не может быть. Просто я случайно узнал план состязания. Ой, дела, дела. Это же план. Броди, твоя очередь. Что ты делаешь? Ты меня напугала. Ладно, я иду, иду. Слабое место огненного дракона. Ага! Так что этот кулон мне не принадлежит. Тайо, Луна. Этот кулон принадлежит тебе по праву. Броди! Молодец, Броди! Что это? Что здесь происходит? Что происходит? Злодей! Маленькие автобусы снова вместе. Смотрите, видите? Злые волшебники здесь. Я принес лунный камень, мой лорд. А что Грей здесь делает? Наверное, он один из злодеев. Что? О, нет! Это же лунный камень! Инфузиум! Властитель мира магии теперь я. Блейзис! Не смей вредить ученикам! Карли, ты думаешь, что можешь остановить меня? Мага Блейзис! Шилл Дефенсиум! Шилл Дефенсиум! Карли, ты в порядке? Да. Тайо! Ты должен защитить солнечный камень скорее! Но вы не справитесь одни! Мы поможем вам! Оставьте злодеев нам! Найдите другие автобусы! Да, мы сделаем это! Можете на нас рассчитывать! Мы не подведем! Скорее! Ты слышал новости? Какие новости? Наконец-то лорд Дио завладел лунным камнем. А? Правда? Это значит, что он теперь правит миром магии? Именно так. Весь мир теперь наш. Ладно, мне пора к лорду. А ты остаешься их охранять.
А? Постой! Не хочу я никого охранять в такой момент! Если плохие ребята завладели миром магии, то что теперь будет с нами? Мы будем сидеть здесь вечно! Дайте подумать. Точно! У меня есть идея! Учительница, думаешь, она в порядке? Луна, не волнуйся. Надо найти автобусы, как сказала Карли. Да, ты прав. Когда мы найдем солнечный камень, мы отомстим злодеям. Да! Но, Луна, где же мы будем искать моих друзей? Я думаю, у злодеев есть секретный проход. Ах, вот вы где! Теперь вам не уйти! Что же нам делать? Не подходите к нам! Дио будет рад. Мы нашли автобус. Взять его! Присменди! Как это получилось? Луна, смотри, твой волшебный кулон светится! Значит, он помогает! Ну, кто следующий? Она всего лишь ребенок. Взять их! Роли-поли! Бежим! Они убежали! Ты молодчина, Луна! О, что это там за свет? Сейчас узнаем! Он исчез! А куда делись эти машины? Они просто исчезли! Наверное, это их секретный проход. Давай туда пойдем. Может, там я найду своих друзей. Подожди! Что? Если они нас видели, то могут поймать. Да, ты права. И что же нам делать? Мы пойдем инкогнито! Ух ты! Это так круто! Я теперь похож на злодея! Да, и нас теперь не поймают. Идем! Ух ты! Это замок. Наверное, в нем живут злодеи. Да уж, здесь страшновато. Идем, надо найти моих друзей. Да. Сюда идут. Ведем себя естественно. Скорее. Эй, вы! Стоять! Вы не в курсе, что все должны отправиться к лорду? Почему не выполняете приказ? Нас послали к маленьким автобусам. К маленьким автобусам? Вы будете охранять подземную тюрьму. Точно! Нам приказали не спускать с них глаз, чтобы они не убежали. Я как раз беспокоилась, что там маловато охраны. Тогда отправляйтесь. Пока! Ой, мой животик! Он так болит! Роги, что с тобой случилось? Да, ты заболел? В чем дело? У меня ужасно болит живот.
О, нет, больно! О, боже, наверное, ему очень-очень больно. Да, помогите ему. Ну ладно, подождите. Пожалуйста. Что это за запах? Это сработало! Ребята, выходите! Роги, ты молодец! Едем отсюда! Простите, сэр! И куда нам теперь идти? Да уж, понятия не имею! В каждом из твоих друзей часть солнечного камня! Если я скажу заклинание на поиск камня, то я смогу найти твоих друзей! Это супер идея! Ладно. Караба, Карадим, Анвелиум! Думаю, нам надо идти за ним. Скорее! Садись! Мне страшно, а что если мы опять наткнемся на злодеев? Это будет плохо! Да ладно, тут нечего бояться. Предоставьте их мне. Роги, ты из нас самый смелый! Но мне все равно страшно. Привет, ребята! Это один из злодеев! Скорее бежим! Ребята, это же я! Таю, ваш друг! Что? Ты наш друг Таю? Нормали ретурно! Я Таю! Таю! Таю? Это правда ты? Таю! Я так рад вас найти! Я уже думал, что мы никогда не увидимся! Я так по тебе скучала! Я тоже! Таю! Я знал, что ты нас найдешь! Ты трусишка! Как ты мог нас бросить? И правда! Особенно, когда Тая все время искал нас, чтобы спасти! Простите! Ребята, ну теперь-то мы больше никогда не расстанемся! Никогда! Это точно! Неприятности в волшебном мире. Волшебный мир теперь наш. Это точно. Не может быть! Подождите! Я напугала вас, простите! Ну что такое? Вы можете рассказать, что произошло? А ты не знаешь? Пришли злодеи и забрали всех добрых волшебников. Что? А как же... А школа магии? Что с ней стало? Всех учителей и студентов посадили в тюрьму. Посадили в тюрьму? Да. Так что пока вас не заметили злодеи, лучше спрячьтесь. Это плохо. Мне страшно. Учителя и мои друзья. Луна! У нас есть солнечный камень, значит, мы можем спасти их. Ты прав. Давайте же скорее спасем их. Да. Но ведь злые ведьмы и маги, наверное, сейчас охраняют школу. Как же мы туда попадем? У меня есть идея. Идите внутрь. Осторожнее. Мусор.
злодеи, вам это с рук не сойдет! Ты мне уже надоел. Станайс! О, нет! Будете бунтовать, я всех вас превращу в камни. Защитница волшебного мира, великая волшебница Карли, беспомощно сидит за решеткой. Кто ты такой? Хватит прятаться за маской, открой свое лицо. Ты уверена? Иногда незнание спасает. Чего же ты хочешь? Когда солнечный камень будет у меня, и волшебный мир, и мир людей будут в моей власти. Знаешь, ты можешь присоединиться ко мне, Карли? Ну уж нет, никогда в жизни. Ну тогда ты будешь смотреть, как рушится твой мир из-за решетки. Привет! Стой, как? Привет, ребята! Нет, автобусы сбежали из тюрьмы! Поймаем их! Блэзерс! Я не понимаю, как? Что такое? А мы обманули вас! Ты был прав! Магия клонирования работает! Вперед, ребята! Да! Стойте! Мы до вас еще доберемся! А ну стой! Назад! Я займусь ими! Присмейте! Минимус! Стикири! Я прилипла! Это было круто, Луна! Надо спешить! Да! Это Грей, сэр. Ну что там? Служба защиты теперь тоже сидит в тюрьме. Правда? Значит, теперь никто не стоит у меня на пути. Таю, Луна. У них получилось. Что это за звук? Это всего лишь игрушка. Что происходит? Таю! Надо разделиться! Не поймаешь! Не уйдешь! Поймала! Пусти меня! Пусти! Максимус! Максимус!
наконец-то! Луна! Ты в порядке? Я беспокоился! Возьми свою палочку, Броди! Хорошо. А вот моя! Я нашел ее! Тогда выберемся отсюда? Да! Да! О, нет! Они снова вместе. Грей, надо их встретить. Есть, лорд Дион. О, пожалуйста, будьте осторожны. Быстрее, ребята, сюда. Так, скорее, скорее, через большие ворота. Торопитесь! Броди, где учительница? В моем кабинете. Луна, мы поедем и заберем ее. Это ненадолго. Осторожно. Не волнуйся. Вперед! А ты далеко зашла. Я впечатлен. Присмейки! Тезера! Луна! Забрать солнечный камень проще, чем я думал. Экстрактиум! Верни его! Что, преклонитесь перед новым властителем мира! Что нам делать? Я ни перед кем не преклоняюсь. Я знаю тебя. Карли и прошлое лорда. Луна! Антазера! Все в порядке? Я тебя знаю. Доминик? Вы его знаете? Много лет назад он был моим студентом. Школа магии ничуть не изменилась. Давай сделаем это в другом месте. Я не хочу навредить студентам. С каких это пор тебя заботят студенты? Ладно, но место выбираю я. Учительница! Нет, мы с вами разберемся. Удивлена? Ты отвергла меня, а я стал талантливым и могущественным магом. Я никогда не отвергала тебя, Доминик. Память, видно, подводит тебя. А
вот я помню все очень хорошо. Такое заклинание ускоряет рост растений. Я стану великим волшебником, как моя учительница Карли. Ну что, попробуем потренироваться? Да! Расти вверх! Ничего, если больше тренироваться, то все у вас получится. Да, мэм. Мои способности были выше, чем у остальных. Расти вверх! Смотрите, учительница, у меня получилось выше всех! Доминик, мы учим магию не для хвастовства. Ну да. Но я ни разу не получил похвалы. И Спаркаус! Подождите, со временем и вы научитесь. Я никогда не видел. Но зачем ждать, если я могу сейчас? Спарклс! Смотри, у него хвост! Доминик? Зачем ты используешь заклинание, которое еще не учил? Магия для новичков слишком скучна. Я хочу мощные заклинания. Ты еще не готов. Сначала надо выучить основы. Это же важно. Да, простите, мэм. Здорово! Я выиграю состязание, и учительница признает мои способности. Начинаем финальный тур! Если заберем этот кулон, то мы победим. Ты будешь отвлекать дракона, а я достану кулон. Доминик, а если дракон нападет на нас? Не волнуйся. Если он нападет, то я тебя спасу. Ладно, я тебе доверяю. Доминик, помоги! Что же Доминик, делать? Доминик, скорее! Я помогу, как только возьму кулон! Помоги, Доминик! И... кулон мой! Нет! Ты меня очень разочаровал. Как ты мог выбрать кулон, а не напарника? Ты наказан. Палочку. А что? Доминик. Держите. Иди в свою комнату. Да. Ты отстранен от занятий, пока я не разрешу. Мне не нужны учителя и школа! Я могу сам! В тот день я решил, что стану великим магом, которого никто не отвергнет. Как ты себя чувствуешь, видя, что я стал таким могущественным? Все, что я делала, было для твоего блага. Хватит уже оправданий! Что нам делать? Дело плохо. Мы же в меньшинстве. Не волнуйтесь. Будем драться вместе. Да. Я с вами. И мы. Да. Джани, ты готова побороться? Да. Спасибо. Спасибо вам всем. Вперед! Полетаем! Торнадой! Ну,
Глупец! Ой, ай! Айси фриз! Если мы не маги, то как мы можем помочь? Попробуем сделать, что можем! Хорошо! А ну, стой! И... Стой! Стой! Блейзис! Ой-ой! Тайо, лети вон к той колонне прямо! Да, нет проблем! И Спайди! Стормфайер! Рикошет! Ха, что ж ты хороша, но мне ты все равно не ровня. Я! Молодец, Тая! Пора покончить с тобой! Они сильнее, чем я думала! Ух вы! Луна! Берегись! Проди! Проди, ты в порядке? Прошу, вставай, Проди! Открой глаза! Хватит, пора остановиться! Нет! Луна! Это цвет! Неважно как, я защищу своих друзей! Схватить эту девчонку! Нет! Ну вот, моя очередь отвергнуть тебя. Эксепелио. Что это? Как они могли выжить? Карли! Учительница! Луна? Последняя битва. Среди новичков есть ученик, который обладает исключительными способностями. Правда? Где же он? А, вот и он. Что? Ты умеешь превращать? Вон тот мальчик. Ну да, превращать я умею с самого детства. Будь ему хорошим учителем, Карли. Да, конечно, учитель. Но зачем ждать, если я могу сейчас?
Спарклс! Магия для новичков слишком скучная. Я хочу мощное заклинание. Ты еще не готов. Сначала нужно выучить основы, это же важно. Да, простите, мэм. И вне классов никакой магии. А, что? На ошибках учатся. Думай, когда использовать магию, а когда нет. Да, мэм. Карли, ты не думаешь, что слишком строга к Доминику? Доминик может быть одарен как маг, но ему не хватает рассудительности. Без этого он никогда не станет великим. Команда Доминика в опасности! Доминик, помоги мне! Что же делать? Доминик, скорее! Я помогу, когда достану кулон! И... кулон мой! Доминик! Как ты мог выбрать кулон, а не напарника? Ты наказан. Палочку. Что? Но... Доминик? Держите. Иди в свою комнату. Хорошо. И никаких занятий магией, пока я не разрешу. Один лишь талант не сделает тебя великим магом. Как мне объяснить это Доминику? Карли! Доминик только что сбежал из школы. Что? Доминик! 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 Доминик. Вы в порядке? Нормально. Луна! Оставь моих друзей в покое! Какая отважная девочка! Я серьезно! Ты гадкая коротышка! Невероятно! Я сказала! Ну уж нет. Получай! Помоги, прошу тебя. Вот, хватайся. Так наивно. Луна! Ты ранена? Я в порядке. А кулон? О нет, он поврежден. Что нам теперь делать? Попрощайся со своими надоедливыми друзьями. О нет! Тайо! Луна! Эй, злодей! Не трогай моих друзей!
автобусы из мира людей. Да что вы мне можете сделать? Ха. Ты прав, мы автобусы. Наша работа – перевозить пассажиров. Хм. Мы приехали. Выходите осторожно. Мы все здесь, чтобы помочь вам, чем сможем. Но как вы все здесь? Мы – команда! Вы думаете, третьесортные волшебники смогут победить меня? А так! Наивные, не забывайте, кто владеет обоими камнями! Он такой сильный. Я теряю силу. Что нам делать? Еще немного. Не сдавайтесь. Я чувствую усталость. Луна. Даю. Я не смогла защитить тебя. Прости. Важно быть одним целым с напарником. Тайо, будь моим напарником в школе магии. Если изучишь магию, то сможешь спасти своих друзей. Все мои друзья страдают. Хватит, это должно прекратиться. Доминик! Учительница Карли! Скажите, а какой вид магии самый лучший в мире? Та, которая помогает не тебе, а другим. Это лучшая магия в мире. Думаете, я смогу освоить эту магию? Конечно, сможешь. Пора вернуть солнечный камень на место. Пора! Все замерло. Пока нас не было, время встало. Не бойтесь, когда вернут солнечный камень, все станет как обычно. Аракана, Аракана, Саладиум. Теперь все стало как обычно. Я так этому рада. Да! Тайо! Луна, теперь я вернулся в обычный мир, и у тебя нет напарника. Как же ты будешь? Слушай, я ведьма, которая спасла волшебный мир. У меня будет куча кандидатов в напарники. И правда. Вот только ты же будешь меня иногда навещать. Да. Я обещаю!
Ура! Мы вернулись! Хана, привет! Мы так по тебе соскучились! Да! Да что с вами такое? Вас не было совсем недолго. Ты не представляешь, как мы соскучились даже по нашему гаражу! Это правда! Вы какие-то странные. Ребята, вы что, попали в неприятности? Нет, ты что? Мы просто по тебе соскучились! Роги, когда ты последний раз мылся? В мойку сейчас же! Что? Не хочу! Ты что, не скучала по мне? А почему ты всегда такая? Немедленно!